72-й Максим Рязанов, 27-й Дмитрий Сидоров, 71-й Максим Василенко, 77-й Дмитрий Аникин, 15-й Алан Джусоев, капитан команды. Опасно, вот Алан Джусоев и открывает счет. Капитан СКА «Нефтяника» открывает счет уже на 4-й минуте. Это произошло. Ворота команды «Динамо» забил Алан Джусоев. Еще раз смотрим этот момент. Безусловно, 100% голевая ситуация у ворот. И такие мастера, как Алан Джусоев, дополнительная угроза. Да, Дмитрий Сидоров делает счет 2-0. Сидоров хорошо бьет угловые, мы об этом знаем. И вот очередной шанс у меня. Игра у нас, как говорится, будет от ножа. Динамовцы откатились к своему радиусу. И 3-0. 3-0. Снова Мяичев. Вернее, не забивает. А снова он на стрие атаки. И вот так вот забросил мяч Томас Мяйте. Это Алан Джусоев, автора голевой передачи. Игорь Вассерман. Отлично. Отличный удар после розыгрыша углового. 14-я минута. Динамовцы сокращают разрыв в счете. Да? Территориальным преимуществом овладевают. Егор Ахманаев. 2-3. Вот так угловые. Сильное оружие сегодня в руках московского «Динамо». Все разыграли. Вот теперь действительно как по нотам. Это очевидное нарушение правил. Опасно. 3-3. Вот так вот у нас развиваются события. Московские «Динамовцы», которые проигрывали. Взбодрились и болельщики. Мы слышим, как скандируют «Динамо», «Динамо». И уже Александр Савченко вынужден брать тайм-аут и вносить в коррективы в игру. Выдающемуся полузащитнику, который, конечно, бы украсил бы сегодняшний матч. Матч, безусловно. Мяйте бьет, отбивает Роман Черных. А один перед воротами Владимир Каланчин. Как так остается нападающий? Последовало. И хабаровчане, смотрим, удар Мяйте, парирует Черных. И вот так Каланчин, я бы сказал, у него и не получился. Это не удар, не обвод. Мяч Василенко. И теряет Чупин. Может быть, получится острая атака. Алмаз Мергазов оставляет мяч. И Ничков. 4-4. Алексей Ничков. 29-я минута. Счет становится 4-4. В этой минуте забивается 8 мячей. Если кто-то не видит эту игру, то скажет, о, наверное, ребята без защиты играют. Но в том-то и дело, здесь этого не скажешь. Команды думают о обороне, стараются играть. И счет становится 5-4. Алмаз Мергазов выводит московское «Динамо» вперед. Говорится, давно пора. Слева подают угловой динамовцы. Рагулин. И мяч залетает в ворота. 6-4. Так, в самоотверженном броске сохранил мяч для своей команды. Безусловно, на последних минутах первого тайма вместо углового. Опасно. Чернышов. Ай-яй-яй. И Алмаз Мергазов делает счет 7-4. Ничего себе! В первом тайме, только в первом тайме. Еще раз смотрим. Рагулин, пас на Чернышова. Удар блокирован. И там немножко Алмаз, да, выпал. А сейчас... Олег Земцов перехватил мяч на Егора Ахманаева. Ахманаев здорово идет и забивает. 8-4. Отличное начало второго тайма для московского «Динамо». Видим пас Олега Земцова, да, и здорово все сделал
Егор Ахманаев. Рад Шарипов, 7-й Матвей Рибко, 14-й Алексей Ничков, 18-й Сергей Шабуров, 19-й Олег Земцов. И ворота СКА «Нефтяника» назначается пенальти. Алмаз Мергазов, 9-4, Алмаз точен. Два раза подряд он не промахивается. Пятьма на клюшечку Янису Бефусу. И контратака московского «Динамо». 4-5 идут. Шарипов. 10-4. Марат Шарипов. Хорошая контратака московского «Динамо». Я говорил в первом тайме о тех сложностях, с которыми может столкнуться СКА «Нефтяник» в сегодняшнем матче. Это акклиматизация и все такое прочее. Но, как говорится, хотя назвал я его «Метеором», но что-то из его скорости. Ух ты, какая передача прошла-то! Кузнецов! Кузнецов забивает пятый мяч, но вперед. Давайте еще раз посмотрим. Да, вот такая передача. И она доходит до Владислава Кузнецова, который столкнулся с игроками московского «Динамо». Но так Никита Юрлов, падая, задирает. Никакой трагедии нет. Регулярный чемпионат только стартовал. Ну, как только стартовал, сегодня пятый тур. А вот вам и опровержение моих мыслей, которые я под... Алан Джусуев. Смотрим повтор этого момента. Все здорово сделал и просто выложил на блюдечке, как говорится. Но динамовцы отбились. Может быть, получится хорошая контратака. Денис Лапшин на Егора Ахманаева. Опасно! И мяч залетает в ворота. 11-6. Нет, в том, что... Видите, как... Залетает мяч. Команда, так скажем, сегодня победа была нужнее «Динамо». И все идет к тому, что динамовцы ее добьются. Но СКА «Нефтяник» все равно продолжает играть до последнего. Пытались создать момент и нарушение правил. Забивает. Забивает 95-й номер СКА «Нефтяника». Счет становится 11-7. Еще раз, 11-7 выиграли московские «Динамовцы». Регулярный чемпионат набирает обороты. Смотрите «Русский хоккей».